Здравствуйте, дорогие друзья! Вот иду в лес посмотреть грибочки, может быть, какие-то выросли. Вот у нас небольшой снег лежит, ну, сантиметра три, не больше. А на завтра уже обещают снегопады. Ну, вот поэтому решила пойти посмотреть, потому что по большому снегу я в лес точно не пойду. Ну, а вот сейчас посмотрим, может быть, что-то будет. Вот, друзья, маленькая фламочка зимний опенок. Ну, он маленький. Я брать его не буду. А рядом вот не то высохшая семейка, не то замерзшая, не знаю. Здесь просто нужно объяснить. Сегодня 20 января, а я последний раз была в лесу 6 января. Вот за эти дни у нас было и плюс, и большой минус до минус 15. И вот уже неделю у нас стоит минус 3, минус 4. Ну вот, возможно, вот они таким образом пропадают при длительных морозах. Не знаю. Ну вот такая вот картина. Вот, друзья, эти грибочки я показывала вам в прошлом видео 6 января. А раньше, по-моему, в середине декабря где-то. И вот они не выросли, они скукожились, или как это сказать. Видите, как будто засохли. Но, по крайней мере, они не выросли точно. Вот этот был хорошенький. И вот он сейчас как бы сухой. Ну, в общем, по вот такой погоде, когда маленький минус, они вот, ну вот такие они, не растут, это точно. Ну, пойду посмотрю, что дальше делается. Просто интересно. Вот, друзья, иудины ушки, которые я оставила, потому что они были маленькие. Я хотела, чтобы они подросли. И вот они просто... Где они там? Они просто засохли. Вот. Они сухие. Натурально высохли. То есть в такую погоду, когда 0, минус 3, минус 4, и ветер. Ну да, мокрый снег был, и дождь даже был. Но видите, они высохли. Вот они полностью, полностью сухие. Вот так ведут себя иудины ушки в мороз. Просто высыхают. Вот. Вот так. Вот, друзья, еще зимний опеночек. Вот он такой вот по размеру. Видите, он не старый. Он нормальный, но он тоже вялый, сухой какой-то. Скукоженный, как я сказала. Ну вот, такой непонятный грибочек вот в эту погоду. То есть грибочки, даже в небольшие морозы, они не растут, а как бы высыхают вот эти. Ну а иудина ушка высохла натурально. Ну вот такой грибок. Середина января. Вот, друзья, еще у иудина ушка в доказательство того, что они высыхают. Я его не брала, оно большое было и тогда, но я не брала, потому что вот рядом дорога. А возле дороги, вы знаете, брать грибы нельзя. Вот, оно тоже сухое. Но я это оставлю, потом, когда потеплеет, просто приду и посмотрю. Может быть, оно наберется влаги и отойдет, ведь сухие грибы набираются воды, когда дома бросаешь воду, и становятся нормальными. Ну вот, оставлю на ветке его и потом проверю. Друзья, ну я выбираюсь из этих дебрей на дорогу и буду уходить домой. Результат следующий. В небольшой минус.
0, минус 2, минус 3, даже при наличии снега, мокрого снега, а иногда шел и дождь, и была, и в некоторые дни была и положительная температура, все-таки 6 января и сегодня 20 января много было времени, погода менялась, но был целую неделю, был очень сильный ветер, штормовое предупреждение каждый день выносили. И вот в такую погоду вы видели, что с грибочками они как бы высыхают. Иудины ушки точно высохли, а зимний опенок, ну, не совсем сухой. Он сморщился, скукожился, он не пропал, нет, но он и не растет. Вот делайте выводы о вашей погоде и о наличии грибов в эту погоду. Вот так. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, дорогие мои. Счастья, здоровья, успехов. Всего хорошего. До свидания.